Привет всем молочным шоколадкам! Вы на канале Creative Handmade. С вами, как всегда, я Лера, и это наша новая распаковочка бумажных сюрпризов. Вы, наверное, хотите у меня спросить: Лера, а почему мы, собственно говоря, не наблюдаем новинки? Все потому, что она за кадром, и это... Па-бам! Новый бокс для Лалафанфан. И в этот раз это гаджет-бокс. Вы только посмотрите, какая здесь у нас модная утка. Она просто бизнес-леди с таким розовым телефоном в очках. Она решает свои важные делишки. Здесь у нас еще компьютер нарисован. Также айфончик с очень крутым чехлом, с Братс. Я теперь себе тоже хочу чехол с Братс. Не знаю, где его купить. Здесь еще разные приложения, ну и надпись, в общем. Внутри лежат разные сквиши, гаджеты для уточки Лалафанфан. И сегодня мы с вами откроем половину этого бокса. Ну, о боксе чуть-чуть позже. Я его откладываю в сторону. А пока давайте выбирать пакетики. И сегодня у нас завершается аж две коллекции. Наконец-то завершается новогодний маникюр, а также завершается комната для уточки Лалафанфан. Возьмем пакетик из коллекции макияж. Это у нас макияж на 14 февраля. Ой, я даже не знаю, какой пузыречек взять, они все-таки красивые. Давайте в этот раз возьмем вот эту сыворотку с радугой. Сыворотка любви. Из коллекции мемы Спанч Боб. Я почитала комментарии под прошлым видео, и вам вроде бы понравились эти пакеты. И меня просили многие открыть вот этот вот пакет с Патриком, которого я называла Патриция. Обои для телефона, для айфона. Давайте возьмем зелененький. Что-то мне хочется зелененький пакетик взять. Здесь такие приложухи, вот видите. Пижама для Тока-Бока. Осталось всего лишь две девочки. Это что такое? Вот такие вот красотки у нас остались. Я очень хочу, чтобы вот эта девочка осталась на потом, потому что она мне жутко нравится, поэтому сегодня откроем вот такую вот. Еда для уточки Лалафанфан. Посмотрим. Вот такие пакетики у нас с вами есть. У нас очень много желтых уточек. И меня, по-моему, просили открыть вот эту с молочком. Возьмем вот эту с коробкой. Сегодня откроем. Ну и коллекция маски. Это вот такие вот маски для сна. Давайте сегодня откроем вот такую коричневую. Почему-то она мне напоминает какашечку. Я хочу ее скорее открыть. У нас пакетики вот такие на распаковку сегодня. И также половина бокса. Сегодня я хочу нарушить все традиции. Открывать вообще не по порядку. Начать не с заканчивающихся коллекций, поэтому будем вообще в любом порядке открывать. И сегодня я хочу открыть сначала макияж. Не знаю, что нам там сегодня попадется. Так. Ой, что это у нас такое? А это... Вот такие вот наклеечки. Hello Kitty, бантики и вот такие вот... ромбики типа блеск. Это наклеечки вот сюда, на щечки. Сейчас их по одной надо будет приклеивать. Сюда бантик, например. Сюда блеск вот этот. Котеночка. Вот так. Чик. Еще сюда блестюлечку. Сюда бантик. И котеночка. Вот такой милый макияжик у нас получается. Я, конечно, хотела бы, чтобы что-то для глаз попалось. Но нам попались вот такие вот наклейки на щечки. Дальше давайте раскроем пижаму для Тока-Бока. Вот они, наши девочки. Это у нас одна страничка, а вот это вторая. Сегодня у нас девочка под номером 1. Вот отсюда. Так. Оп. Не хочет открываться просто так. Так, я сразу же уберу пижамку в сторону. И вначале давайте приклеим нашу девочку. Правда, здесь придется или залезть на голову, или вот так. Но я лучше вот так наклею. А пижамка ей попалась вот такая вот, с яичками. Давайте наклеим пижамку на девочку. Так. Упс. Вот какая она милашка. Смотрите, идет ей или нет.
Я хочу завершить коллекцию новогодний маникюр, а после этого я предлагаю открыть бокс. Вот и наш новогодний маникюр. По идее, нам должны попасться вот эти номера, 3 наклейки сразу. Если я, конечно, ничего не начудила. Открываем. И последние ноготочки. Уже как-то не очень интересно. О, смотрите, какой мишка попался. Он даже, можно сказать, не совсем новогодний, просто типа мишка такой. Это у нас под номером 8 наклеечка, вот отсюда. Ну и здесь два супер новогодних дизайна. Это вот такой вот сапожок и вот такой олененочек. У нас также будет, кстати, с 14 февраля, с макияжем для 14 февраля. Типа оно уже пройдет, а макияж мы еще будем открывать. Так, а я тем временем заполняю все дизайны. Так. Последний ноготочек. Вот и все. Можно теперь посмотреть все дизайны ноготочков. Посмотрите. Я сохраню этот каталог и в следующем году, может быть, сделаю какие-нибудь ногти из вот этих вот. Я обещала, что после распаковки этой коллекции мы с вами откроем бокс. Давайте так и сделаем. Только, как я уже сказала, мы сегодня откроем не весь бокс, а его половинку. А это значит, что мы откроем сегодня 3 пакета. Открываем, как всегда, полненький такой. Давайте доставать. Первый пакетик у нас вот такой вот, и там что-то достаточно пухлое. Смотрите, объемно. Ну что ж, давайте вскрывать. Какой гаджет для Ути попался в этот... Я что, застежку забыла сделать? Блин. Я забыла сделать на пакете перфорацию. Так, открываем. И первый гаджет. Па-бам! О, вот такой розовый фотик. Давайте послушаем, как он хрустит. Классный сквиш получился, такой розовый фотик. Наверное, вы в Пинтересте, кто любит там сидеть, видели эту картинку. Ну и мне понравилась эта картиночка, и я сделала такой сквиш. Дальше у нас пакетик вот такой. И попадается вот такой. Остальной бокс на потом. Я предлагаю открыть сначала маленький пакетик и посмотреть, что там внутри. Я что, и здесь открывашки не сделала? Ну, я, конечно, и Фрося. Забыла сделать открывашки в 2 пакетах. Итак, следующий гаджет. Вот такие вот Apple Watch. Они на самом деле не с одним ремешком. Вот такие вот они. Вот так они выглядят. Просто здесь застежечка есть. Вот такие вот прикольные часики. Здесь маленький сквишек находится. Смотрите, какие они крутые, они мне так нравятся, вообще такие розовые классные часы, и прямо, мне кажется, похожи на Apple Watch. Они, конечно, на мне не застегнутся, хотя, может, и застегнут, нет, не застегнутся, они на меня не рассчитаны, но зато они подойдут для удочки. Здесь вот такая застежка есть, и типа можно вот так вот щик регулировать на любую длину. Как сделать такие гаджеты-сквиши, я обязательно сделаю видосик, так что подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. В скором времени будет этот туториал. Ну и пришло время посмотреть, что там еще за сквишик лежит, что там за гаджет у нас. Давайте вскрывать. Так. И здесь у нас хобочки, а это уже MacBook. Прикиньте, смотрите, какой он мягенький. И сейчас мы его с вами откроем. Так, ну пришло время открывать, и хоба! Вы только посмотрите, он получился реально похожим на ноутбук. Здесь есть клавиатура, можно вот так понажимать, и есть рабочий стол, вот такой очень миленький. Эти две части, они пухленькие и хрустящие, вот, и можно вот так закрыть обратно. Оцените этот сквиш в комментариях, если вам нравится такой ноутбук, пишите. И туториал на ноутбук тоже обязательно будет, так что ждите. Ну а мы возвращаемся к нашим коллекциям. Давайте сейчас распечатаем комнату для Лала Фанфан и завершим коллекцию. Оп. Так. Вскрываем.
И здесь у нас что-то большое под номером 8. Вот отсюда. И это... Опа! Свинка! Это ковер для уточки. Ну, точнее, для ее комнаты. Ну, и для уточки. Чтобы ее ножки никогда не замерзли. Так, как-то вот так или вот так. Ну, давайте вот так. Вот и все, вся наша комната заполнена. Посмотрите, сколько здесь всего, сколько мягких игрушек, сколько там всяких приколюшек на полочках стоит, какая лампа прикольная. В общем, мне кажется, коллекция удалась на славу. В следующей коллекции, которую я открою, я хочу, чтобы это была еда для Лала Фан Фан. Вот эта страничка. Так, на пакетике. О-хо! Я уже вижу. Вот такой вот киткат нам попался для уточки. Кстати, а вы видели, что киткат выпустил серию к 14 февраля? И там типа мишка с сердечком. Короче, я уже пробовала эту шоколадку. Она такая малиновая, очень-очень красивая. Я не знаю, видели вы или нет. Напишите в комментариях, кто уже видел. Мне прям очень понравилась их новинка к 14. Так, а стикер у нас под номером 5. Вот отсюда. Сейчас мы его сюда приклеим. Опачки. Вы уже смотрели мою распаковку для уточки на 14 февраля от поклонника. Там разные сквиши, разные вкусняшки, там и не только. Если еще не смотрели, то ссылочку я оставлю вот здесь. Распаковка реально крутая получилась. И сейчас я хочу открыть масочки для сна. Это страничка с масками, а вот это с девочкой. Наша крутая маска, которая была до этого. Сюда. Сегодня... О, сегодня нам тоже с закрытыми глазками. Смотрите, это какая-то принцесса. Давайте примерим нашей девушке. Опачки. Ой, какие красивые глазки. Как ей идет эта масочка. Она такая сразу женственная стала. И у нас остались две крутых коллекции. Обои на телефон. Почему-то здесь у нас заворачивается шкафчик. Давайте вскроем телефончик и посмотрим, что там. Так. А внутри нас ждут вот такие милейшие обои. Вы только посмотрите. Такая лапочка. Написано мяу-мяу. Минимализм, минимализм, но очень мило. Посмотрите, как это классно смотрится. О, как отлично отклеилось. Ой, чуть-чуть, по-моему, съехала или не съехала. Ну, короче, нормально. Телефончик под номером 4. Вот сюда. И последняя коллекция, которую мы сегодня распакуем. Это мемы из Спанч Боба. В прошлый раз нам попался вот такой Спанч Боб. Очень смешной, супер смешное лицо. А в этот раз я придумала, короче, давайте придумаем описание к этому стикеру. Ну, типа, вот сейчас он будет смешной. И вы напишите, например, это я когда или еще что-то. Давайте смотреть. Ой, у нас, кажется, сегодня две наклейки. У-ху! Первая наклейка у нас вот такой Сквидвард. Это по-любому я, когда я вставала в школу или на ранние пары раньше. Ну или когда мне сейчас приходится очень рано встать. Вот это вот точно я. А вы напишите свои ситуации в комментариях. И вторая наклейка это... О боже, это мистер Крабс, вы только посмотрите, он либо напуган, либо очень злой, либо на кого-то кричит, я даже не знаю, что в этой ситуации сказать. Пусть будет это я, когда я увидела первый снег, потому что я очень люблю первый снег, и это типа мое очень удивленное лицо. Ну а вы лучше напишите свои предположения в комментариях, что это за ситуация может быть, я уверена, у вас получится интереснее. Вот такая распаковочка у нас сегодня получилась. На этом у меня все. Поставьте пальчики вверх за мои старания, я буду этому очень рада. Также я оставлю для вас вот здесь мои прошлые распаковки. Особенно буду рада, если вы посмотрите распаковки боксов для уточки, потому что это занимает у меня очень много времени. Я реально стараюсь для вас, стараюсь, чтобы вам было всегда интересно смотреть, и мне будет приятно, если вы мне поможете немного продвинуть эти видосы. Ну а на сегодня это все, я с вами прощаюсь, всем пока-пока, до новых встреч, до новых крутых видосов, всего вам хорошего!